Привет. Так как в конце сентября я поехала навестить папу, а в октябре начались пляски с Инктобером, монтировать мне было особо некогда, поэтому я представляю вам видео за август в ноябре. Приятного просмотра! В конце июня я наткнулась на видео с украшениями из эпоксидной смолы, и мне очень захотелось попробовать сделать что-то самой. Я где-то 2 недели походила с этой мыслью и все-таки решила потратиться и заказала все необходимое. Где-то в середине августа мне все это пришло, и я сразу сделала несколько прикольных штучек. Процесс, конечно, своеобразный, занимает довольно много времени. И к тому же было довольно сложно привыкнуть к работе в маске и перчатках, но мне кажется, результат того стоит. Мне очень нравится то, что у меня получилось. Сегодня проходит смерч. Это местный казанский арт-маркет. Я прекрасно понимаю, что общественные мероприятия сейчас далеко не самая лучшая идея, но, если честно, я просто хотела чего-то ждать, к чему-то готовиться. И к тому же я добросовестно сидела дома с начала карантина и выходила на улицу только за едой или на почту. Так что, думаю, я могу позволить себе один чит-дей и вернуться в свою берлогу. К тому же помещение будет довольно просторное, и люди спокойно смогут соблюдать дистанцию. Каких-то особых ожиданий у меня нет. В идеале хотелось бы окупить аренду стола и продать пару украшений. Thank you.
В итоге все прошло хорошо, все мои пожелания сбылись. Было очень приятно, что кому-то понравились сережки и штуки из эпоксидной смолы, которые я сделала. И также было очень здорово встретиться снова с Глэм. Ближе к концу маркета я нарисовала для нее Вергилия с Данте, потому что перезапуск DMC — это наша общая любовь. И прикольно, что после этого маркета мы стали периодически созваниваться, и мне теперь есть с кем поговорить о жизни, о делах всяких. В конце лета у меня заказали несколько принтов, что всегда очень приятно. И еще мне написала замечательная Кэндис с просьбой нарисовать для нее сет наклеек с определенными цветами и растениями. А замечательная она потому, что поддерживает меня на Патреоне уже не первый год, что, если честно, взрывает мне мозг. Не знаю, за последнее время у меня сложилось такое впечатление, что аудитория, она как вода, люди приходят и уходят. И когда я замечаю, что кто-то остается и надолго, это, естественно, очень приятно, но как-то странно и неожиданно одновременно. Допустим, когда я вижу, что одни и те же люди часто оставляют комментарии, или особенно, когда один и тот же человек каждый год приходит за зином по Инктоберу, я на самом деле не удивлюсь, если есть такие люди, у которых собрано... коллекция со всеми или с большинством моих зинов, что на самом деле тоже взрывает мне мозг. Время от времени очень приятно думать, что у меня есть такие люди.
Готовый сет наклеек выглядит вот так. Его поближе можно рассмотреть в паблике. А на этом, думаю, у меня все. Большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. И увидимся в следующий раз. Пока!